Салют, народ! С вами опять я, Ай. И мы сегодня на Хука-баттле. 14 мая. Клуб Вольта. И сегодня у нас будет серьезное соревнование. Мы будем биться с самыми лучшими коленами Москвы, поэтому посмотрим, что из этого выйдет, народ. Будем стараться по максимуму и пожелайте нам удачи, что ли. Я счастлив, что вы все с нами, я вас всех очень люблю. Ну что ж, начнем все это веселье, мы сделаем этот день лучше для всех, ребят. Поэтому вперед! Все знают, а никто не знает. Это самое главное. Еврейских кровей, парень. Я русский. Я знаю, какой ты русский. Это хороший парень, мы с ним давно знакомы. Очень знатное лицо в кровавой индустрии. Короче, одним словом, красавчик. Дэн, Дэнчик. Зажигаем. Это, короче, мой братан Дэн. Чтоб вы знали, этот парень самый серьезный на свете. Короче, он коп. Так, а где здесь Дарксайд? Они слева или справа? Ребята, вы не знаете, где Дарксайд? Слева или справа? Справа. А здесь Дарксайд, да? А у них есть что покурить? А у них нет ничего покурить? Охереть! У Дарксайда нет ничего покурить. Нормально. О, мы пойдем к нашим старым друзьям в библиотеку. Так, так. Ребятки, разрешите, разрешите, разрешите. Ну привет, Паш. Здравствуй. Помните этого парня? Это Паша. Слушай, а ты что-то схуднул, мне кажется. Не, тебе кажется, склон большая. Не-не-не, ты куришь много. Наверное. Завязывай с этим делом, Майк. Это да, это вредно. Не. Ну что, расскажи, что у тебя здесь есть? Слушай, на самом деле мы к этому мероприятию подготовились очень серьезно. У нас вон ананасики свеженькие торчат. Крылышки у ананасиков. Представлено у нас здесь 4 кальяна. Так сказать, самые-самые наши вкусные. Наши лучшие кальянчики сегодня здесь. Кисленько, вкусненько. Мне нравится. Прикольный кальян, такой кисленький. Попробуешь, оператор? Если он не покурит, это не считается. От нас отписываются, когда он в конце не пробует кальян. Пишут, оператор не пробовал, отписка. Нормально. Нормально. Критик из 90-х. Ладно, дружище, работайте, не будем мешать, мы дальше пойдем. Да? Попробуйте, давайте. Девочки предлагают нам новые идеи. Я уже подустал, все уже подустали, но осталось совсем чуть-чуть. Ты меня снимаешь, Ильи? Настоящего профессионализма, и они бы его помогли. Господа судьи, я попрошу. Короче, осталось совсем чуть-чуть, мы выступим и пытаемся всем надрать задницу. Немножко подбодрите. Ты уверен? Я. Давай, давайте все скажите. Андрюш, давай. Будь мужиком. Ладно, ребят, будем ждать нашей очереди и покажем, как надо. Ну, постараемся. Или обостремся. Одно из двух, надеюсь, на лучшее. Thank you.
все. Держи! Давай вторую! Завязывайся этой скучной музыкой. А вот это поинтереснее. Чуть назад! Ребят, пространство от моей девушки. У меня тут сам должен танцевать, а вы мешаете, пацаны. Какого дьявола же? Я не умею читать рэп, зато я умею быть веселым. Это получше, наверное. Ну хотя, я не знаю. Сейчас будет снизу. Всем плевать на кальян, ты чувствуешь, просто всем не плевать. Вот старались, старались. Иди, две попытки, девочки. Давай пару слов. Давай пару. Как ты, сестра?
хочешь, чтобы тебе не было 35, а снова 22. Ты еще не встретил свою жену. Ты это увидишь? Да, мне тоже. Я сейчас буду начать. А теперь слово Эдуарду Исмаилову. Этот парень молодец, сколько мы из Санкт-Петербурга. Разведем пару мостов для этого парня и скажем пару слов. Когда мы вместе с Айком судили батл в Нижнем Новгороде, я его спросил, будешь ли ты судить вместе со мной Хуком Эмпати? Он сказал, нет, но не потому, что не забуду, а потому, что хочу порвать всех. Я думаю, что в принципе у него получилось, посмотрим на результаты, но ребята уже молодцы. А в целом, да, это мероприятие, шоу. Всем интересно посмотреть на нашу жизнь за 7 минут, но живем мы сейчас. И посмотреть на девочек, курить хороший кальян, посмотреть на качественно сделанный до мелочей кальян. Здесь все идеально. Здесь нету никаких косяков по изготовлению. Сухой лед, чашка стоит. Она даже выдержала присутствующих девушек, которые опирались на стол. Все идеально. Ребята молодцы. И думаю, что... Посмотрим. Итак, друзья, я готов наконец рассказать вам про кальян. Знаете, очень популярные мемы в интернете «Ожидание» и «Реальность». Вот «Ожидание» нам создали. Самое прикольное, что «Реальность» ничуть не пострадала от этого. Спасибо! Один из самых крутых мясоводов, как по мне, парень Жанна Гуматуа. И поверхностно, как многие из нас, включая меня, все друзья, кто величие, это чушь. Так оно и есть. Я знаю, братан. Я просто умею веселиться. И один слово мастеру своего тела, и интересно, что он скажет. Критикуй, братуха. Ну, во-первых, девушки, я крайне обидую, я просто делаю вот так. Спасибо большое. Вам. Ай, ты знаешь, рано или поздно большинство людей подсаживаются на кислые вкусы. Это факт уже проверенный временем и так далее, я не из них. Я не очень люблю кислые вкусы. И именно поэтому я тебе говорю, это круто. Это прямо круто. Спасибо. Девчонки, с вами Кузьма, вот эту чашку. Конечно, очень круто. Спасибо, Ай. Всем интересно, что нам? Всем интересно, всем рассказать. Не надо, пока рано. Не вздумать. Да ладно, ты же ладно, слушай, рассказывай же. Маска есть. Давай! Нет, да не надо, не надо, не надо. Давай скинемся, Илюха, если будем рассказывать, про его не рассказывай. Раз, два, три. Раз, два, три. Проиграл. Не рассказывай. Ладно, пишу. Вам всем большое спасибо. С вами был я, Олег. Это Хукатайм. Подписывайтесь на мой канал. На все 200, сделал все, что смог. Спасибо всем моим друзьям, моим коллегам, кто мне в этом помогал. Сим, Джон, Антон, вы все красавчики, я вас люблю. Мы сделали это, я надеюсь, что мы выиграем, потому что в это дерьмо мы вложили душу и сердце. Вам всем спасибо, что вы с нами. Давайте еще раз поприветствуем команду «Фугацан». Ребята, давайте еще раз. Целая команда в сборе. Молодцы, ребята. Красавцы. Поздравляю. Ребята, когда мы с Айком общались, я сказал, я снимаю обзор, и я иду к тебе на ванну только по одной причине. Я хочу всех выиграть. У тебя это получилось. При зрителях симпатии это достойно. Это значит, что людям ваши кальяны больше всего нравились. И ты получаешь от нашего спонсора первого. Вот такой прекрасный кальян. Сейчас, секунду. Держи.
хорошо. Сертификат от типичного корейщика за победу в номинации «При зрительности симпатии» на мероприятии «Хука Мэнплати» среди топовых мероприятий Москвы 2016 года. Аплодисменты, аплодисменты! Скажу по секрету, самый большой приз он уже получил, он лежит в кармане, он никому про него не расскажет. Это секреты закрытые, новые. Скоро оно появится, но лайк оно уже есть. Вот такую коробочку. Завершай, пожалуйста. Давайте посмотрим! Это наш коллег. Вот эти ребята будут сегодня здесь. Ребята, вот эти вам. Последний, самый главный приз. То, ради чего сегодня все собрались. Сертификат от типичного кальянщика за первое место на Хука Мэнплати. Вручается лучшие кальяны Москвы 2016 года. Кальяны Хука Тай. Слово. На самом деле, держи, можно потише, братишка? Тут как много сегодня скажешь, очень приятно. Всем огромное спасибо. Я очень счастлив, но очень рад. Спасибо вам, что вы были сегодня. Спасибо организаторам. Было весело, было клево. Хорошо провели все время. Это была отличная сестренка и постоянно с Ариадной командой, чтобы вы видели, вы видели, вы общались. Много находились, в общем, все было очень клево. Вас все заслуживают, вы сегодня стали здесь. Всем удачи, славных подругов, счастья, здоровья и чтобы не горчат. Всем мир, поблагодарим! Эти чашечки украинского производителя, они делают подобие всем известной чашке, но они очень низкие цены. Кому интересно, обращайтесь, я дам ссылочки в контакте. И от нашего спонсора Хука Тай, тоже логотип получили ребят. Всем спасибо, это был Хука Мэнплати, меня зовут Никита Ясенков. Ну вот, ребят, вот и итог. Разрешите поздравлю, пока ты не начал. Спасибо. Полная бинго. Спасибо. Как-то так мы постарались. Выложились на все 100, ночь не спали. Выиграли все, что смогли. Вам всем спасибо, что вы с нами, поддерживаете нас. Это Хука Тайм. Ребята молодцы. Ай, спасибо, дружище. Спасибо. Приятно. Спасибо. Вот и достигли какого-то успеха уже на междугороднем уровне. Смогли обыграть какие-то кальянные топовые. Это уже радостно. Мы старались, поэтому просто поздравьте нас и пожелайте удачи в дальнейшем. Всем счастливо, ребят!